Ну, что говорят, что в Европе кризис у людей. Ну, вот выходные, люди сидят, обедают, все рестораны забиты, как обычно, на этом рынке полно людей, никакого кризиса по факту как бы нет, но отдельные люди постоянно говорят, что стало трудно жить, очень газ поднялся по цене. Ну, видите, живут люди, пока ничего, все по ресторанам сидят, значит, есть еще возможность в ресторанах обедать. Вон, паста, эбаста. Макароны и все, и больше ничего, типа, итальянский какой-то этот ресторан. Обожаю по этому рынку ходить. Интересный рынок такой в центре Дижона. Вон, видите, люди наслаждаются жизнью. Пивасик. Там в тех ресторанах люди кушают, в этом ресторанчике люди бухают просто. Интересненько здесь. Так, куда пойти дальше? Видите, все рестораны забиты. Я вообще в шоке. И тут ресторан на ресторане. Тут все обставлено сплошными ресторанами и все забиты людьми. Прикиньте, вот. Говорят о кризисе в Европе, везде кризис, блин. Мальчики вон на гитарках бренькают. Что же они там бренькают?